Ребят, всем привет, мы в Карелии. Разгружаем. У нас получается 3 машины. Огромная бригада. 9 человек. Погода, как обычно, шепчет. Всю неделю будет такая, но в любом случае что-нибудь попробуем поймать. Уже давно было запланировано. Экипаж, короче, братьев Зверевых. Оба в синем. Типа все огонь. Типа совместная работа идет, да? Угу. Трудовая рыбалка. Согласен. Бамонт у нас серьезный. Давно таких рыбалок не было с таким количеством экипажей. Вот он состоялся. Да, в общем, у нас жесть полнейшая, волну раздувает, волна запрыгивает в лодку. У нас уже 2 экипажа причаливались к берегу, выливали воду из лодки. Начинает темнеть, надо успевать дойти, либо жесть, потому что в темноте мы точно не дойдем. В общем, весело, уже весело. Так, ну что, у нас время 10. Дошли с немеренными приключениями. Один экипаж у нас остался на острове. С лодкой у них там беда. Завтра с утра за ними решили идти, потому что сейчас темнота, уже волна. Ну, ребята тоже молодцы. Натянули тент, зажгли костер, сушат спальники. Да, они не пропадут, короче. Хлеб, еда, пиво, все есть, все нормально. Выживут. Да, так что до утра, ребят, не будем уже тут как бы заморачиваться. Сейчас надо нам все эти вещи стащить в дом, сушиться, спать и завтра с утра уже начинать какую-то спасательную акцию. Доброе утро всем. Спасательная операция готовится. Погода не улучшилась, а может даже чуть ухудшилась. Волнишка, смотрите, какая. Сейчас, если они на открытую воду выйдут, за братвой, там, наверное, еще жестче будет. Ну, туда по волне, вот обратно. Так что, такое вот начало дня. Время 5:30. Ну, вот смотрите, это бухта получается. И тоже тут не все спокойно. Так что, короче, сейчас будем смотреть. Ребята пошли спасать пацанов, которые на острове у нас зависли. Вот, мы остались здесь топить дом, топить баню, чтобы вещи все посушить, ну и самим согреться. Такая вот обстановка, погода просто жесть. Завтра какие-то улучшения будут, послезавтра тоже более-менее день. Ну а так вообще вся неделя как бы обещает быть такой жестковатой. Так что как-то так, ребят. Пищу богов принес, без которой не жить любому человеку по утрам.
Вот у нас поваренок Джо. Обещал сделать просто какую-то бомбу, яичницу, не, от которой... Не, не получится, потому почему? Что вообще... Лука ты, типа, потому что... Вообще нет. Ничего нету. Ну, блин, пацаны, ты должен с одного яйца делать бомбу. Пацаны в лодке... Все забыли все, да? Ну, понятно. И остались отмазы, отмазы, ребят. Потому что вчера... С утра говорил, что бомба будет. Ну ладно, хотя бы так сейчас. Уже аппетитно выглядит, скажи. В этих аскетичных условиях даже колбаска выглядит аппетитно. Ну ладно, все как бы. Процесс пошел. Естественно, это как бы ну банальные вещи, которые все видят постоянно, каждый день. Но снять-то что-то надо, скажи, да, пока погода плохая. Вообще капец, погода говно. Ну ничего страшного. Будем надеяться, что она хоть поправится. Подразыграется, да, хотя бы послезавтра. Не, ну завтра уже что-то такое более-менее лояльное должно быть. Тёма, ну что, расскажи, как ты поночевал на открытом небе. Короче, мы чуть не сдохли, ребята. Ну я понимаю. Прикинь, нам еще дров не оставили. Ты даже не понимаешь, потому что мы просто спали. Ночь на мху, вот на этом дождь и ветер, это жопа. Что делать, скажи, Тём? Другого варианта у вас не было, в любом случае. Ну, либо сдохнуть, либо выживать. Будет что вспомнить, братан. Лучше не вспоминать, когда... Думаешь? Это вот это навьё, которое ты взял, я ж тебе говорил, говно. Это медведи кусали уже ночью. Да. Че, расскажи, как там ночевать-то на открытом небе? И на ветру, и в дождь. Жесть была? Жесть. Реально, жесть. Ну как жесть, блин? Русский человек ко всему приспособлен. Кто подавал? Че, вот так вот мы выжившие. Просто на диком пятачке. Сушим, что есть. Натянули тент. Чтобы ребята за нами не ехали, потому что ветер, волна, темно, не видать. Решили, что мы здесь выживем до утра. Нас кто-нибудь слышит? Нет, заберите нас отсюда. Мы выжившие. Выжившие. Ну вот, бичуем, короче, на диком острове просто пятачок. Завтра с утра за нами приедут. Пацаны ушли на 6 километров от нас на базу, к дому. Мы им позвонили и сказали, что парни, нет, не забирайте нас, потому что темно и волна огромная. Ну, волна, хуй, за нами поплывут. Мы тут втроем как-то перекантуемся, с утра заберут нас. Не сдохнем, костер зажгли. Вот такая вот, короче. Вот еще 6 часов и парни нас заберут. Мы будем держаться. Очень на это надеемся. Короче, у нас готовится суп. О. Из красных и одного подберезовика. Посмотрим, что из этого получится. Еще делаем грибной суп. И прямо у нас получается под столиком обнаружен вот такой вот красный. О. Очередной штрих по приготовлению супа. Слышишь, вон там, иди под березойку съешь. Керосина. Опаньки. Как? Ты вообще просто красавчик. Просто. Смотри, что сделал. Сметана есть?
Просто бомба. Очередной, короче, фантомасовский зацеп. Есть инфа, фантомас возле берега зацепился спиннингом. Сейчас я видео снимаю, как он отцепляет эту тему. О, вроде отцепил. Да, отцепил на халяву. Я ничего не буду делать, да. Антох, что делаешь? Резиночка. Как ставить-то? Как в школе шнурки завязывать, учили так и ставить. Что, вот, вот туда вот растягивать будешь, да? Понятно. Рыбу клевать будет? Это, конечно, не точно, но я думаю, будет. Отлично. Ну все. На лодочке что-то бывает. Ну. Плащу. И бой. Ребят, ну вот смотрите, снасть. Леска натянута, вот у нас поводки, насадили червя с Лехой. Вот у нас получается тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, по-моему, у нас вот крючков получилось. Вон, значит, резинка натянута. Сейчас мы эту всю снасть опускаем в воду, ну и там, приходя сюда, там, спустя полчаса, у нас есть шанс снять кариуса, ну, надеемся, естественно, на краснуху какую-нибудь. Ну, окушки будут присутствовать, я думаю, в любом случае. Вот такая вот тема. Решили этот проверить первый. Хотя бы просто посмотреть, червь на месте, либо уже... О, что-то есть уже, смотрите. Хорек, наверное, или окунь мелкий? Окунь, окунь. Ну, в любом случае, посмотри-ка, это наша первая рыба, а еще что-то есть. Вот, видите, какая результативная штука, мы ее поставили. Так, надо тогда туда вытягивать, давай, опять давай. На крючок. Не вытягивать, а растягивать просто до крючка. Да. Ну, вроде чуть-чуть ветерок подстих, время 7. Первый раз вышли в открытую воду. Пробуем, два спиннинга. Здесь сейчас вот из этой вот лагунки выйдем, бухты. И там сейчас просто поддувает. Здесь такой сквозняк и волнишка такая более-менее. Туда выйдем сейчас. Более-менее адекватно должно быть. Выйдем где-то метров на 30. Ну и будем пробовать хотя бы там пару проходок сделать. Чтобы полноценно провести свой день и выжать из него максимум сегодня. Развернулись, идем как по волне, более-менее нормально. Надо завтра туда и пойти. Карелия, друзья. Погода меняется каждые полчаса, а то и 10 минут. Короче, вот так вот стейки я стал готовить на Онеге. 8 мидл кусков. 8, да? Ну кто-то не будет. Ну, Коля спит. Ага, то есть как бы, ну, пацана бросили. Да нет, там есть еще, блин, ну просто в решетку не влезло. Я вспомнил песню. Ну, конечно, такая мощь. Когда ты самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Забывать друг друга пора нам. Когда ты самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Забывать друг друга пора нам. Задержи дыхание на миг, ощути, какая глубина. В моей голове идет война. Я не принимаю ничего из того, что чувствую сейчас, проводив тебя в последний раз.
навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадаем в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Я слышу твое сердце по ночам, тобой пропитан каждый сантиметр. Я нахожу тебя во всех вещах. Мне тебя никем не заменить, внутри меня как будто гаснет свет. Психую и вновь тебе звоню. Ты молчишь, я больше тебе никто. Ты больше меня никогда ни за что не простишь. Пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Я рано. Всем доброе утро. Утро следующего дня выглядит вот так вот. Более лояльно, чем предыдущие два дня. Но ветер есть. Здесь вот так вот обманчиво. Такая бухточка. Открытая вода у нас там справа. Все, сейчас пьем чаек и выдвигаемся. Так, ну у нас ветер никуда не делся. Чем ближе к открытой воде, тем раздувает как раз с той стороны. Мерзавчики запрыгивают в лодку. Но мы не опускаем руки. Ловим. Еще два, три экипажа у нас на воде. У всех пока тихо. Три часа на воде, ни единой поклевки. Идем на базу. Там червь оставался, да, под этими деревьями? Ну, чем я дал, он, не знаю, положил он, да. Нет, секунду, там есть. Еще идти, боремся с волной, потом разворачиваемся и в сторону нас, пока идем туда. Не, если бы были поклевки, я бы сразу же доложил. Вот такая у нас тема, очередной выход в море безрезультатен. Идем по волне, раз в 6, наверное, быстрее, чем против нее. Вот, закругляемся на сегодня, завтра снова в бой. Посмотрим, что будет завтра. Кстати, погода улучшится. Надо брать. Уже поздновато это все будет. Смотри, разбирайте, разбирайте, ребят. Тут налито все уже. Записать и прекращай звонить. Ради меня немало, но слова пока занять. Будет впереди всегда. Просто береги себя. Свети мне солнцем днем, ночью луной гори. Звездами с неба падай, птицы надо мной пари. Вдали мой мир благодаря тебе будет сиять. Просто береги себя. Свети мне солнцем днем, ночью луной гори. Звездами с неба падай, птицы надо мной пари. Вдали мой мир благодаря тебе будет сиять. Просто береги себя, чтоб ты меня поняла. Я разделен, видно, ты моя половина. Происходит маловероятно, что это
далеко, я всегда рядом. Я твой чертов покорный покорник. Я готов лить твои холодные ладони. Происходит как минимум прикольно. Что, у нас основная вылазка. Ребята уже на воде. Мы сейчас их догоняем. Посмотрим, что будет сегодня. Ветер так и продолжает дуть. Ничего интересного. Чуть-чуть, может быть, на пару метров в секунду поменьше. Там где-то, наверное, 6-8, порывы до 12. Завтра вроде как штиль. Единственное, как бы, окошко за всю неделю будет. И, соответственно, с утра и до обеда мы в бою. Продолжаем троллить. Пока ни единой поклевки. Но шансы есть. Нас опять тут раскачало. Посмотри-ка, вот это... Не понимаю. Нифига себе. Что такое? Что ты тащишь? Меня. Тебя? Да нет. Жек, сними, пожалуйста, этот. Чего нет, там ляпочка. Значит, тебя. Ну да, точно не рыба. Нет, вроде. Я что-то тащу. Нет, я рыбу тащу какую-то же. По ходу дела. Жека, возьми-ка подсак, не впадло. Вообще без какого-либо сопротивления, что-то тащу, но я не понимаю, чего. Вот сейчас... Не-не-не, это рыба. Да какой судак? Вот. Начал упираться. Жек, курс, 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 курс! Чуть-чуть сядь, сядь лучше. Я не понимаю, что это, но просто стоит. Жек, херню не говори, какие сети. Да, рыба, рыба, вон она юзом идет. Щука, что ли, тоже? Это он. Ого! Где форелька? А, это беглянка. Вообще беглянка, бомба или? На двойку. Нет, вообще полтора. Супер. Ну да. Просто бомба. Почему она не рыпалась даже? Супер вообще. Ребятушки, бегляночку взяли на полтораху, на куасаму, по-моему. Вот. Беглянку, форель, что ли? Да. Да, форельку. Фотки, фотки, фотки сразу же. Жек, ну давай в камеру засветим красотку нашу. А то там ее не видно было. Вот. Такая вот, ребят, бегляночка. Такую же, как мы зимой здесь ловили. Ну такая, на полторашку, я думаю, есть. Потом взвесим, будет видно.
Вот такая вот у нас история, ребят, сегодняшнего дня. Наконец-таки скоржек добились. Три дня мы тут шоркались. И наконец-таки. Результат. У наших там тоже сход был, там на треху рыбина была хорошая. Короче, вот такая вот история. Настроение огонь. Настроение улучшилось. Получается, у нас бегляночка на полтораху. Димон и щукаря на двойку взяли. Так что все, наш этот отдых украсит эта карельская рыба. Щуку планируем зажарить. Форельку на бутерброды. Ну все, больше ничего, грубо говоря, не надо. Мы добились своей цели. Вот, будем еще ловить, пробовать, что и как. Но по гастрономическому показателю мы выполнили все. Так вот, димоновский улов будем взвешивать. А потом форельку взвесим. Ну, такая двойка, да? $2,345. Ну, супер. На всех как раз хватит по стейку вечером. Вот чем садковая форель отличается от дикой. У нее даже разгромовка точная. Как раз ровно 1,5 килограмма. Она либо 1,5, либо 2, да, скажи, либо килограмм, как бы. Ну, для да. покупателя, чтоб не это самое. Зверь. Что, это отрезаем, наверное, да, вот эти плавники все? А не, можешь не отрезать, нормально все, не надо. Так, все, на 9 равных на 9, кусков. На 9. Приблизительно дели там. Во, ну, где-то да. вот так, наверное, и получится. Думаешь, да? Я думаю, да. Вниз тоже, чтобы равненький у всех был. Попробуем наконец-таки карельскую щуку. А то в тот раз мы копченую ели, понимали разницу. Тут у нас, короче, будет жареная. Ага, вот тут у нас заморочки с краснухой происходят. Самое вкусное блюдо, короче. Стадии своего приготовления, первая ступень. Угу. Выплываем на вечернюю зорьку. Предпоследняя вылазка у нас получается. Погода вроде более-менее. Так, ребят, ловим на колебло. Все четыре спиннинга у нас питерская и эти куасамы, по-моему, все. А, нет, ты... Что это? А, космастер ты поставил. Нормально. Воблера что-то вообще не работают. Ну, хотя надо поставить один какой-нибудь. Давайте сейчас мы выйдем, одну проходку сделаем на железо. Если нет, тогда поставим один воблер. Нормальная тема. Так, Жек, где там тут кораблик у нас? Какой он? Стой, потерял что-то леску. Взял. Вот у нас тут красота. Ну что, отрыбачили вечерку, тишина. Вот один загибчик был у нас там на повороте. И все, у ребят также тихо. Такая вот красота. Че, Джонни, завтра утром возьмем еще? По последней-то. Парочку. Парочку по-любому. О, все, с ручки вообще огонь.
звучат они все одинаково. Так банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 16 лет. Я хотел тебе просто понравиться, но как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа с ума сошла от этой новенькой. В класс она зашла и сразу понял я, и Купидон и сердце не стрелою дал, а пулю. И классная сказала: детки, знакомьтесь с Юлию. И вот я словно день бегу за Юлей, а модный хлюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг она меня не любит, а вдруг другого любит, любит. Нишничта Юли, одна фамилия. И так угода, но еще пожар отнем истерика. Но сердце ломит, да не стелится. Полшестого утра. Последний день. Поехали. Пацаны первые в бой пошли. Сейчас мы выходим. У нас наступила райская рыбалка наконец-таки. 7 утра. Еще бы хотя бы пару поклевочек поиметь, было бы вообще бомба. Мы рассчитываем только на них. Да? Да нет, вот такой же Джесси, как этот, только этот... А вот он, по-моему. Во-во-во-во-во, вот он у меня никогда был, не был разловлен. Дадим ему шанс здесь себя проявить. Стопудово. Вот таким вот, знаешь, бойцам, которые на одном водоеме не могут себя проявить, надо всегда давать шанс, чтобы они попытались реабилитироваться на другом водоеме. 2 часа на воде, пока тихо. Небольшая волничка такая, самое то. Подразыгралась. Обычно должно включать рыбку в такие моменты, но что-то тихо. Уже на воде 2.5-3 часа где-то. Но не отчаиваемся, еще ходим, пробуем. Что, Жек, будет хотя бы один загиб? Да будем рассчитывать, что будет. Уже что-то третий день плаваем, блин, 2 загиба, как бы, 2 рыбины. 3 загиба, 1 конечно, результат, но... Для нас будет... это маловато, конечно, да. Столько дней и столько километров проехали, ну ладно, что, бывает такое. Не надо было так подсекать. Переходи на меня переходи. А? Подсак я взял. Я прямо видел, как он свечку сделал.
есть. Вон он, да-да-да. Ой, вот хорошо. Вот это красавец. Давай, Жек, беру его. Хороший. Беглянка, по-моему. О, нет. Красавец вообще. Стой, стой, стой. Оп, фу. Вот это красава вообще. О! Как он взял хорошо. Вот это двоечка, стопудово. Двойка, двойка, двойка. Как он взял красиво. Блин. Жека, блин, я с воблером просто идеально, блин, попал. Вот сейчас вот поставил. Сейчас, подожди. Вот это красава. Ну вот такая вот дурында, ребят. Я думаю, 2,5 здесь есть. Блин, прикольная рыбеха, конечно. Супер. Просто супер. В общем, клюнул на Раполу, скейтер рэп, который по судаку тоже неплохо в этом сезоне отрабатывал. Сколько он? Где-то заглубление 4-4,5 даже бывало пробивал у меня на свири. Вот, а все на поверхностные лои, то чуть-чуть пониже опустил, и вот такая поклевка у нас произошла. Ну, с морем сейчас на второй спиннинг такой же повесили, только оранжевый. Как он там? Orange Tiger окраска. Рыбалку закончили, мчим на берег собираться, ребят. Мчим домой. Солнышко, просто огонь. Вон, короче, остров, где пацаны ночевали в первый день. Нас кто-нибудь слышит? Нет! Заберите нас отсюда!